С праздником! Всем добрый вечер! Текст, и можно было просто петь, но я потрудилась немножко, Дима Студеный, и сочинила немножко текста, ну, на 10 минут, правда, как это вообще я ложусь. Вот, может быть, я тогда отдам, что ли, Богдану гитару. Богдан, можно идти? Ну, в общем, какие люди! Я всех вас очень рада слышать. Вот, это, конечно, такая с детства идет тенденция превратить немножко все в какой-то некий театр или цирк. Хотя сегодня такой светлый праздник, и у меня маму зовут Надя. Да, я ее поздравляла и желала ей всяческого добра. Но я буду подглядывать, потому что я не выучила это наизусть. Меня уже некие люди пристыдили, как же так. Надо же совсем
настоящему, но буду смотреть, ладно, извините. Ну, в общем, Дмитрий Студенный призвал нас поучаствовать в разговорном жанре, и, в общем, я поняла, что это на современный лад называется стендап, потому что сейчас очень много людей, которые занимаются таким вот ремеслом, ну, наверняка за это получают деньги, ну, тут у нас как бы про деньги речь вообще не идет, потому что мы здесь занимаемся творчеством, пробуем свои силы. Стендап. Что такое стендап для меня? Это вот, ну, как бы встать, это вверх, это движение вверх. И, в общем, когда я училась в школе и в четвертом классе, я помню вот эти вот три фразы заветные. Стендап, плиз, sit down, плиз и repeat after me. Вот. В том же четвертом классе, в общем, была такая курьезная очень история, когда я сменила за этот год два города и две, соответственно, школы. И в конце года, когда учитель давал задание писать какое-то английское слово, ну, называя его по-русски, например, «Дорогие дети, напишите слово «дом» по-английски», я писала D-O-M. Вот. Там. Напишите слово «собака». Там. S-O-B-A-K-A. Вот. Меня поймали на этом. Меня поймали и, в общем, опять же, пристыдили. Но, в общем, слава богу, я потом сменила еще город и, соответственно, школу. Вот. Такие вот воспоминания детства пришли на ум. На самом деле, я должна подглядывать. И, в общем, не об этом я совсем хотела сказать или рассказать. Кстати, существенная разница между сказать и рассказать. Когда ты что-то рассказываешь, то, ну, наверняка человек видит какие-то картинки, какие-то события. Когда сказать, то это с таким предлогом, что ты можешь что-то сказать, поделиться чем-то сокровенным, что ты такой вот человек, знающий некие сокровенные истины. И это, ну, такое щекотливое немножко мероприятие, когда человек пришел сказать. Хотя, когда он действительно это делает, то, конечно же, все вокруг это чувствуют и понимают тебя с полуслова. Но со мной такого не было. Это вообще как бы незапланированное, на самом деле. Я очень отошла от текста, простите. Я хотела вообще читать, а получается, что я все равно несу какую-то от себя тяну. Вот, и импровизация. Ну, в общем, когда человек тебя учит, немножко вызывает опасения. Ну, вот, мне кажется, этот страх еще со школьных времен, когда действительно ты учишься определять настоящие ценные знания от каких-то поучений и, в общем, тыканий мордой в песок. Извиняюсь за грубость. Но мы так часто в телефончиках, что не замечаем, что происходит вокруг, и какие нам предоставлены возможности, что лежит на ладони у нас перед нашими глазами, и какие ценные знания в каких-то мелочах, в каких-то маленьких событиях. Но это так, это важно заметить, это важно подцепить и нести это по жизни. Ну, во всяком случае, для меня так. Ну и вообще, конечно, стендап — это, скорее всего, как такое чистосердечное признание. И самое такое вот в стендапе главное — выявить некое особенное в себе, которое связано с чем-то курьезным. То, что люди, по сути, стесняются об этом говорить,
А вот стендаперы, они такие вот смелые, они не боятся, они вот все по правде. Ну и, наверное, задача это для того, чтобы люди смеялись. И как-то... Ну, мой стендап, он совершенно не смешной. И я не хочу, чтобы он был смешным. Хотя мне смешно. Вера, это когда ты убеждаешь себя, особенно осенью, и осенью особенно с трудом, что ты нужен, что ты действительно что-то хорошо делаешь, что твое присутствие в этой жизни обогащает ее, она тебя, что ты не один, что кто-то смотрит на тебя, ведет тебя, и ты стремишься к нему. Это когда нет рефлексии, опять не туда пошла, или не то надела, или не то съела, или не то спела, или не так спела. Ну, в общем, много вариаций. И вера, когда только вперед, отвергая лишние мысли. Ну так вот, я немножко зашла до этого вперед, что в стендапе принято признаваться о себе в чем-то курьезном, чтобы людям было веселее. Самая дурацкая нелепость, которая не давала мне с детства покоя и отнимала у меня очень много сил, энергии и времени, это мои кривые ноги. Я прятала их под длинными юбками, ходила в широких штанах и думала, что меня никто не полюбит такую. А когда я подросла и увидела людей с ДЦП, с рождения слепых, глухонемых, с внешними серьезными недостатками, я поняла, насколько моя проблема мала, как много она сожрала моего времени, как погрузила меня в страдания и бездействие, как все познается в сравнении. И мало быть внешним красивым, нужно что-то иметь внутри, чтобы это что-то светилось. Надежда. Мы все на что-то надеемся, что вот-вот что-то произойдет, что придет толпа на концерт, что появится работа, на которую не надо будет ходить и делать ее в свое удовольствие. Вот. Еще надежда, что кто-то что-то сделает за тебя. И когда такое происходит, это обратная сторона надежды, которая называется человеконадеяние. Когда мы надеемся на кого-то, да, и думаем, ну вот он же должен что-то для меня сделать. А человек-то не делает. И мы прямо обижаемся. Ну как же так вот? Я же так надеялась на этого человека, а он вот такой вот. И, конечно же, большая работа, чтобы от этого избавляться, что мы очень все ранимы, мы рядом друг с другом находимся, мы в равноправных правах. И если мы что-то хотим от человека, нужно хотя бы попросить. Ух ты, как я много уже прочитала. Ну, еще под конец уже все идет. Слава Богу. Ну, и в мире существует... Конечно, на этот случай еще к тому же, да, денежно-договорные отношения, и деньги могут мотивировать труд людей, которые тебе ничего не должны. А когда тебе люди, от которых ты ничего не ждешь, вдруг что-то отдают, то это и есть радость, которую нельзя притянуть за уши, которую нельзя ждать, предугадать. И тут настоящая надежда окрыляет. И когда она заканчивает махать своими крылышками, знай, ты повзрослел. А быть взрослым — это значит быть очень серьезным, правильным, занудным и невыносимым. Надежда — это наша легкость, когда идешь с мамой за руку,
с разбитыми коленками, чуть подпрыгивая, потому что земля тебя не держит, и ты даже не боишься оторваться от земли. А теперь я хочу приступить к практике. Ну, то есть я хочу спеть песню еще раз. Ну, подожди сейчас, Богдан, сейчас я еще вот к этой песне сделаю подводку. Ну, в общем, вот сейчас речь пойдет о любви. А это действие, это посыл, это вот энергия. И это главное, без чего человек не то чтобы взрослеет, а без нее он умирает внутри. И чем больше отдал, тем больше и приходит. Я думаю, все знают этот закон. Когда тебя переполняет, ну, ты хочешь об этом всем сказать, ты хочешь с этим поделиться. Вот, вот от этого, наверное, мы и отталкиваемся. Вот тут, наверное, начинается творчество, когда слишком много того, что ты не можешь вынести, и ты хочешь с этим поделиться. Этим поделиться. Ну и чуть-чуть текста я оставлю на второй круг. А теперь я спою песню, которую я однажды написала и посвятила ее тем людям, с которыми получается войти в контакт при каких-либо выступлениях. Это очень-очень тонкое ощущение, когда это что-то неуловимое, когда вроде бы ты как отдельно не видишь никого, а ты чувствуешь каким-то органом чувств, что что-то происходит. Своей тональности, но ты сидишь и ждешь.
Счастья, радости, до небес дорасти. Счастья, радости, мимо напасти. Счастья, радости, на руках донести. Счастья, радости, все в твоей власти. И все в нашей власти.